всегда пару минут на то, чтобы дособрались все желающие. А пока те, кто уже здесь, пожалуйста, скажите мне, все ли в порядке с картинкой и со звуком? Добрый день, добрый день. Итак, как у нас дела с картинкой и со звуком? Хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно? Максим, спасибо. Да, спасибо большое всем, кто отозвался, и доброе утро тоже всем, кто отозвался. Ну, на самом деле у нас уже вполне разумное количество, так что можно начинать что-нибудь рассказывать. Значит, насколько я помню, в прошлый раз мы с вами обсуждали понятие главного цикла и разложение произвольного цикла в графе в качестве суммы главных циклов. Ну, собственно, оказалось, что это что-то вроде разложения по базису. Не совсем, потому что сумма двух циклов может оказаться не циклом. Но для дизъюнктных циклов это так. Это вот то, что мы с вами в прошлый раз делали. Есть ли какие-нибудь вот вопросы по тому, что мы с вами обсуждали ранее? Очень хорошо. Очень хорошо, что и слышно, и видно прекрасно. Меня это каждый раз беспокоит. Техническое оснащение периодически подкидывает проблем. Ну и всегда приятно, когда этих проблем нет. Так, ну что, друзья мои, появились ли у вас какие-нибудь вопросы с прошлого раза? Или мы с вами готовы двинуться дальше в обсуждение графов? Замечательно, замечательно, Максим, пем-пем 18, спасибо огромное. Значит, в таком случае, прошу прощения, в таком случае мы с вами сегодня займемся задачей о максимальном потоке. Значит, под заголовочек, слушайте, кто воровал бум-маркер? Видимо, кто-то из кошек решил, что им тоже нужно чем-нибудь подписать. Итак, разрез и задача о максимальном потоке. Ну и забегая несколько вперед, решение задачи о максимальном потоке, которое мы сегодня обсудим, это, пожалуй, одна из наиболее известных, особенно среди так, людей, далеких от соответствующей области, алгоритмов на графах, алгоритм Форда-Фулкерсона. Начнем давайте с понятия разреза. Пусть у нас есть граф. Мы будем называть разрезом G. Так, коллеги, я периодически забываюсь и начинаю писать мельче. Я постараюсь этого не делать, но если вдруг начну, пожалуйста, напишите, чтобы я перешла на более крупный шрифт. Итак, разрез в графе G – это такой набор ребер, из графа у графа, который получился, будет больше компонент связности, чем у исходного. Thank you.
того, что получилось у нового графа, компонент связности будет больше, чем у исходного. Но вы, безусловно, знаете такие примеры. Мы с вами уже довольно давно, о боже, еще до начала второго карантина, обсуждали понятие моста. Да? Вот мост – это как раз такое ребро, одно, правда, при ударении которого граф распадается на большее количество компонент связности. Соответственно, мост – это частный случай разреза, разрез, состоящий из одного ребра. Есть довольно занимательный нюанс. Давайте посмотрим вот на такой пример. Назовите мне в нем, пожалуйста, какой-нибудь разрез. Любой. Вот такой граф. Один из моих студентов назвал его домик с потолком. Скажите, пожалуйста. Так, предлагается пара ДЕ и СЕ. Ну, например, так. Если мы возьмем пару ребер ДЕ и СЕ, то, собственно, вершина Е как раз от нашего графа и отвалится. То есть это действительно разрез. Е1. А теперь посмотрите, пожалуйста. Я ведь могу в это множество добавить, ну, скажем, ребро АС. И тогда набор Е2, состоящий из трех ребер, АС, ДЕ и ЕС, это тоже разрез. Причем, что характерно, разрез, который разваливает наш граф на те же самые компоненты связности. Ну, это не то, чтобы чем-то плохо, но вы уже знакомы с этим приемом. Хочется выделить какую-то вот характеристику минимальности для разрезов. Ну, и, собственно, такая характеристика есть. Давайте дадим определение. Пусть у нас G – это граф, а Е с волной – это разрез. Мы будем говорить, что Е с волной – минимальный разрез G. Тогда и только тогда, когда никакое собственное подмножество этого разреза разрезом не является. Мы будем говорить, что Е с волной – это минимальный разрез в графе, тогда и только тогда, когда никакое его собственное подмножество. Собственное подмножество – это подмножество, которое не совпадает с объемлющим множеством. Ну, иногда еще из этого списка выкидывают пустое подмножество, нам это сейчас не потребуется. Поэтому, говоря собственное подмножество, я буду иметь в виду не совпадающее со всем Е с волной. Так вот, разрез минимальный, если никакое его собственное подмножество разрезом не является. Ну и на том примере, который мы с вами привели, вот это, очевидно, минимальный разрез. Действительно, по отдельности ни ребро ДЕ, ни ребро СЕ разрезом не будут. А Е2 – это не минимальный разрез. Ну, очевидным образом, поскольку в множество, уже являющееся разрезом, мы добавили еще одно ребро.
И вот теперь, коллеги, мы с вами введем оговорку. Начиная с этого момента, мы будем говорить только о разрезах вот с этим свойством, минимальных разрезах. Я перестану говорить это слово и буду говорить просто разрез. Но вы, пожалуйста, сделайте себе там отметочку, замечание и держите в голове, что на самом деле мы с вами имеем сейчас дело только с разрезами среди подмножеств, которых разрезов нет. Ну, мы это довольно активно будем использовать. Так, хорошо, хорошо, коллеги. Есть ли по этим определениям какие-то вопросы? Есть ли по этим определениям какие-то вопросы? Что мне баланс белого так гуляет? Не, на самом деле понятно, да, почему сейчас за окном пасмурно, но светлеет. Соответственно, на каждое изменение освещенности реакция будет вот такая. Угу. Софья, спасибо. Максим, спасибо большое. Хорошо. Значит, я хочу сделать здесь небольшое замечание. Дело в том, что понятие главного цикла и понятие разреза, они в каком-то смысле двойственные. Я сейчас не хочу подробно говорить, в каком, по следующей тривиальной причине. Один раз я попробовала об этом рассказать, это заняло очень много времени. Поэтому вот сейчас я просто отмечаю этот факт. Если вы захотите как-нибудь это обсудить подробнее, то либо добро пожаловать на консультацию, кстати, в эту субботу консультация будет, ну, либо, опять-таки, по желанию трудящихся, можно было бы назначить там дополнительную встречу и обсудить, ну, вот что-нибудь такое, да. Я очень рассчитываю на то, что такие вещи проявляются в лекциях, ну, там, или, не знаю, в конспектах, которые вам рассылают, чем-нибудь таком. Но, в принципе, это любопытно, тем более, что двойственности, которые я сейчас упоминаю, на самом деле абсолютно алгебраического характера. Да, вот вы вводили когда-то на алгебре понятие ортогонального дополнения к множеству. Вот здесь что-то очень похожее. Вот, вот так. Ладно, а мы с вами сейчас займемся тем, что я обещала, задачей о максимальном потоке. Ну, естественно, чтобы ей заняться, мне придется определить все термины, которые мне потребуются. Сейчас же придется воспроизводить. Ну, ладно, выпухнулось. Давайте я его повторю. Итак. Прежде всего, мы будем называть сетью ориентированный граф G, в котором выделены две вершины. Я обозначу их традиционно для себя способом S и F. Ну, вообще-то это традиционно же сокращение от слов старт и финиш, начало и конец. Но в русскоязычной литературе, как правило, начальную вершину называют истоком, а конечную вершину стоком. Еще я как-то видела термин устье. Ну, в общем, если продолжать географические аналогии, то действительно устье звучит вполне логично. Итак, ориентированный граф. В нем выделены две вершины, в каком-то смысле начальная, через некоторое время будет понятно в каком, и конечная. А кроме этого, задана функция,
Кси, действующая из множества ребер нашего графа в множество n с ноликом, соответственно, любому ребру e из e сопоставляется число кси ета из m с ноликом. И вот здесь, коллеги, я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, пожалуйста, вот сюда, да? Вообще-то это довольно серьезное ограничение. Я сейчас ввожу его именно для того, чтобы рассказать вам классический вариант алгоритма Форда-Фулкерсона. Там ситуация такая. Если перед нами сеть с весами из n с ноликом, то все в порядке. Алгоритм Форда-Фулкерсона сходится к тому, чему надо. Он не всегда сходится быстро, он может работать долго, но в целом сходится. Если веса не натуральные или нулевые, а целые, то он вообще-то тоже сходится, если в графе нет циклов, для которых сумма ксиетов отрицательна. Вот графы, в которых встречаются циклы суммарного отрицательного веса, это отдельная сложная категория, вот это то, что классический алгоритм не переваривает. Ну, а если разрешить весам быть не целыми, а вещественными, тогда вообще-то алгоритм Форда-Фулкерсона может сходиться не туда. Есть примеры. Соответственно, у алгоритма Форда-Фулкерсона есть две модификации. Ну, может быть и больше, но самых известных две. Алгоритм Эдмонса-Карпа. И алгоритм Диница. С алгоритмом Эдмонса-Карпа случилась довольно забавная история. Дело в том, что вообще-то первым его опубликовал тоже Диниц, но, к сожалению, об этом стало известно довольно поздно, потому что публикация была на русском языке. На тот момент Советский Союз, соответственно, публикация на русском языке. Ну и к моменту, когда в мире стало известно, что право первой публикации за нами, название Эдмонса Карпа уже закрепилось. Значит, эти два алгоритма решают соответствующую проблему, алгоритм Диница сходится для вещественных весов тоже. Я сейчас рассказывать вам про эти два алгоритма тоже не буду, только упоминаю. Ну, во-первых, про них можно почитать. Они описаны, ну, в общем, относительно прилично. По поводу алгоритма Форда-Фулкерсона я, когда мы до него доберемся, несколько слов скажу нехороших здесь. А вот алгоритмы Эдмонса-Карпа и Диница, можно найти их адекватное описание, в смысле описание, не содержащее ошибок. Вот. Но говорить о нем сейчас я тоже времени не имею, да, у нас с вами не так его много, как мне бы хотелось. Соответственно, как всегда, да, если вдруг захотите обсудить, как же эта штука работает, либо welcome на консультацию, либо по заказу с вашей стороны можем сделать дополнительную встречу, где вот среди вопросов, которые можно было обсудить, могут быть вот эти два алгоритма. Ну, а пока вот мы накладываем серьезное ограничение, мы разрешаем весам быть либо натуральными, либо нулевыми. Больше ничего. Итак, сеть – это вот такая вот конструкция. Ну, давайте приведем пример. Пример сейчас я приведу максимально простой. Вот у меня ориентированный граф, вот в нем две выделенные вершины S и F, и я могу приписать всем ребрам какие-то неотрицательные целые значения. Там, скажем, неважно, 3, 4, 2, 1, 8. Как-нибудь так, неважно. Вот это пример сети. Каков смысл этой модели? А смысл примерно такой. Давайте считать, что вес ксиета, указанный на ребре, это его пропускная способность. Ну и не вполне важно, что именно мы пропускаем. Это может быть модель, скажем, дорожной сети, и тогда указанная константа – это, скажем, количество автомобилей или, может быть, масса груза, которую можно пропустить через соответствующее ребро, соответствующую дорогу в единицу времени. А может быть, это какая-нибудь система, ну, я не знаю, скажем, труб, и тогда перед нами объем жидкости, которая проходит через сечение поперечное в единицу времени.
Понятно, что в этом смысле главное, что у нас есть некоторый объект, по которому что-нибудь движется, более-менее однородное, ну или, по крайней мере, у него характеристики однородные. И есть максимальное количество того, что мы туда... Ну да, нет, давайте я буду говорить про автомобили, как наиболее близкий мне объект, про максимальное количество, скажем, автомобилей, которые проезжают через поперечное сечение в единицу времени. Собственно, задача о максимальном потоке – это как раз задача о том, а какое максимальное количество, ну пусть будет автомобилей, можно пустить через эту сеть в целом в единицу времени. Ну, давайте дадим формальное определение потока. Пусть у нас есть сеть G, и мы будем называть потоком на сети G. Давайте я даже напишу, что сеть с весами ксиеты. Давайте, кстати, договоримся, чтобы не путать, у нас сейчас появится еще один тип весов. Давайте вот эти самые ксиеты я теперь буду называть пропускными способностями. Вот этот вот вес ксиеты я буду называть пропускной способностью ребра. Итак, мы будем называть потоком в сети G функцию, действующую из множества ребер графа, тоже в n с ноликом, и обладающую следующим набором свойств. Во-первых, для любого ребра значение потока не превосходит его пропускную способность. Ну, это довольно естественное ограничение. Понятно, что если мы с вами считаем, сколько автомобилей может проехать по дороге, по которой одновременно может ехать максимум 3 машины, их, конечно, может ехать меньше. 0, 1, 2. Может ехать ровно столько, сколько может влезть 3. Ну, а попытки запихнуть одновременно туда автомобилей больше, чем влезает, приводят к разным неприятностям, причем вполне физического характера. Все, кто хоть раз в жизни видел дорожно-транспортное происшествие, наверное, представляют, насколько это страшно. Второе ограничение чуть-чуть менее очевидное, хотя тоже тривиальное. Это, кстати, забавный момент, да? Очевидно и тривиально – это не одно и то же. А ограничение такое. Пусть у нас есть ориентированный путь. Ну, давайте E1. О, так, нехорошо, да? Сейчас нарисую стрелочки, и вы подумаете, что это вершина, а это все-таки ребра. Итак, пусть у нас есть путь. Тогда поток на пути устроен следующим образом. Понятно, что если у нас есть последовательность дорог с разной пропускной способностью, для того, чтобы все это не ступорилось, мы можем пропустить через каждое ребро одновременно не больше, чем влезает через самое узкое ребро на этом пути. Иначе будут проблемы. Опять-таки, если вы обращаете внимание на то, как устроены дороги, вы наверняка много раз видели, что происходит там, где дорога была, ну, скажем, трехполосная, и вдруг внезапно переживается до одной полосы. Да, вот какая-нибудь, я не знаю, гатчинская объездная, которая на данный момент совершенно прекрасна, широка, отлично. А потом она заканчивается, и начинается такая, ну, неплохо асфальтированная, отремонтированная, но однополосная дорога. И вот в том месте, где четыре полосы должны сливаться в одну, ну, особенно если поток плотный, происходит натуральное стихийное бедствие. Поэтому ограничение вполне естественное. Если у нас есть путь, то тогда для любого Е и Т из пути F Е и Това
сокращение потока. По всем екатам из пути. И оно, в свою очередь, не превосходит минимальной пропускной способности на этом пути. И оно, в свою очередь, не превосходит минимальной пропускной способности из сети. Ну, из пути, конечно, коллеги. Но вот если посмотреть на ту картинку, которую я нарисовала, если посмотреть на путь, скажем, S, A, B, F, максимум, который я могу пустить... О, да, спасибо. Ну вот, да, видите, как только у меня заканчивается место на доске, я начинаю пытаться мельчить, а делать этого, конечно, нельзя. Так, скажите, пожалуйста, вот это нужно переписать покрупнее? Не видно, да? Или это видно, но просто дальше нужно? Не уменьшать хвост. Нужно ли переписать вот эту часть? Желательно. Хорошо. Так. Тогда единственное, что мне придется вот это убрать. Угу. Хорошо, коллеги, сейчас сделаю. Тогда я вот определение сети сотру, ладно? Угу. Договорились. Значит, ну давайте я тогда, может быть, единичку тоже перепишу. Значит, первое ограничение у нас такое. Для любого ребра значение потока не превосходит его пропускной способности. Это просто. А второе ограничение такое. Пусть у нас есть ориентированный путь. Значение потока на нем давайте даже я чуть-чуть иначе сформулирую значение потока на пути совпадает со значением потока на каждом из ребер. За исключением двух выделенных, начальный истока и конечный истока, сумма входящих потоков для этой
входящих потоков. Ну, это вы, это условие вы уже где-то видели. Скажите, пожалуйста, вот оно вам ничего не напоминает такое забавное? Значит, сумма входящих потоков. Да, Максим, вы совершенно правы. Собственно, это в точности закон Киргофа, первый закон Киргофа и есть. Нужно отметить, что если бы в свое время в школе, изучая законы Киргофа, я была бы уже знакома с теорией графов, то моя жизнь была бы гораздо проще, потому что первый это закон, ладно. А вот второй закон, который говорит, что падение из напряжения по замкнутому контуру должно быть равно нулю, это в свое время была довольно большая возня, потому что ты, значит, сидишь над схемой этой самой цепи, вычленяешь в ней все замкнутые контуры, проверяешь для каждого, и это, в общем, достаточно муторно. Если бы тогда я знала, что любой цикл можно разложить в сумму главных, а значит, проверять нужно не все замкнутые контуры, а только главные циклы, жизнь была бы гораздо проще. Но пока, к сожалению, в школьной программе даже основ теории графов нет, хотя это было бы не бесполезно. Ну и, кроме того, это такая тема, которую, в принципе, можно рассказывать не очень сложно. Можно и сложно, но для этого нужны подготовленные слушатели. Вот вы в этом смысле молодцы. Хорошо. Ну, а кроме того, вот это вот ограничение встречается в физике еще в некоторых местах, и периодически оно встречается под названием уравнение неразрывности. Уравнение неразрывности. Да, вот если вы встречали этот термин, то оно, уравнение неразрывности, тоже примерно так выглядит. Итак, поток – это какое-то реальное количество, ну, скажем, автомобилей, которое можно запихнуть вот в эту дорожную сеть. Соответственно, задача о максимальном потоке позволяет выяснить, сколько максимум автомобилей одновременно может ехать по этой дорожной сети, ну, там, с разумной скоростью потока. Прежде чем мы начнем обсуждать решение, есть еще одно важное соображение. Вот мы с вами очень кстати, да, упомянули о том, что если у нас есть стык ребра помощнее, ну вот скажем, ребра АВ, и ребра похудее, ну вот скажем, ребра БФ, то если по ребру АВ будет ехать слишком много народу, то вот в этом месте возникнет проблема. Проблема пережима более мощного потока в более узкий. Соответственно, на каждой трассе, в каждой дорожной сети есть вот такой набор мест, из-за которых, в общем-то, то, что предыдущие дороги более широкие, ну не то чтобы совсем не помогает, но помогает меньше, чем хотелось бы. И как следствие, если перед нами стоит вопрос, а какую часть дороги расширять, то на самом деле ответ, он выглядит как-то вот так. Понятно, что расширять необходимо в первую очередь те участки дороги, из-за которых в итоге подпирается вся трасса. Вот эти вот бутылочные горлышки. Соответственно, в задаче о максимальном потоке, благодаря теореме Форда-Фулкерсона, которую мы сейчас сформулируем, мы не только найдем максимальный поток, а еще и определим список вот этих самых бутылочных горлышек. Список тех ребер, которые подпирают нашу дорожную сеть и не позволяют пустить по ней больше. Ну вот такие у нас планы. Прежде чем я начну формулировать теорему, а затем и описывать алгоритм, коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы по этим определениям?
Максим, спасибо. Нет, и Долфин, спасибо. Ну вот, тут, коллеги, естественно, такая есть проблема. Не могу сказать, что я сейчас рассказываю какие-то сверхъестественно сложные вещи. Тут появляются, я бы сказала, неочевидные вещи, но они не очень многоходовые. Проблема в том, что сейчас вы находитесь в ситуации, когда каждая наша с вами встреча – это такой вот каскад новых понятий, просто Ниагара. Ну и некоторая сложность в восприятии, да, она может быть продиктована не столько тем, что там сами вещи сложные или там, что вы, скажем, плохо подготовлены, нет, а именно тем, что у нас очень большая плотность содержательной информации. Ну, на то, чтобы ее переварить, нужно просто давать себе время, вы об этом уже хорошо знаете. Ага, Лиза, спасибо. Так, ну, давайте же сформулируем теорему Форда Фолкерсона. Давайте, может быть, я пока определение потока оставлю. Теорема Форда-Фолкерсона о максимальном потоке. Формулируется она так. Пусть у нас есть сеть G. Сократила до двух букв. Так вот, есть у нас сеть с набором пропускных способностей. Тогда, да, ну, естественно, поскольку это сеть, перед нами, в ней фиксирована еще и начальная и конечная вершина. Давайте я это тоже запишу, хотя это было в определении сети. Тогда, величина максимального потока совпадает с суммой пропускных способностей, не так, с минимальной суммой пропускных способностей, FF Форд Фолкерсон. Теорема Форда Фолкерсона. Так, коллеги, я вот вижу сразу две отпечатки. Не фар, фал, да? Третья буква L. Лошадка. Форд Фолкерсон. Соответственно, теорема Форда-Фолкерсона и алгоритм Форда-Фолкерсона. Значит, ну, ничего страшного, опечатки случаются, особенно если пытаться набирать быстро. Это то, с чем мы, в общем, с вами настолько часто сталкиваемся, что даже говорить об этом тяжело. Тем более, что понятно, одно дело, если это письмо, которое вы можете три раза перечитать и отредактировать, а другое дело, если это чат, в котором хочется общаться, ну, со скоростью близкой, со скоростью общения при помощи устной речи. Так что все хорошо. Итак, мощность максимального потока совпадает с минимумом суммы пропускных способностей, разделяющего множество SF. Максимальный поток, вернее, величина максимального потока совпадает с минимальной суммой пропускных способностей, разделяющего множество S и F. И вот здесь возникают вопросы, сразу два. Во-первых, что такое разделяющее множество? Я его еще не определяла. А во-вторых, если вы заглянете почти в произвольную книжечку, ну или там сайтик, неважно, там будет написано немножко иначе. Там будет написано, что величина максимального потока совпадает с величиной минимального разреза в соответствующей сети. И вот это прямо терминологическая проблема.
психологическая проблема заключается в том, что разделяющее множество – это не всегда разрез. Это довольно часто разрез, но не всегда. Давайте я сейчас определю разделяющее множество, и мы с вами, собственно, разберем после того, как сформулируем алгоритм, пример, на котором будет четко видно, что вот этот вот набор бутылочных горлышек, набор ребер, которые подпирают наш путь, это не всегда разрез вот в смысле слабой связанности. Да? В определении разреза написано, что разрез – это значит такой набор ребер, что если их убрать, то граф развалится на части. Ну, для орграфа, естественно, это означает, что граф потеряет слабую связанность. Так вот, это часто так, но не всегда. Поэтому я постаралась сформулировать более строго и написала вот здесь, что это не минимальная сумма пропускных способностей для разреза, а вот именно для разделяющего множества. Что же такое разделяющее множество? Что так мало места на доске? Так, коллеги, я могу стереть вот эту часть верхнюю до формулировки теоремы? Софья, спасибо. Пусть у нас снова G. Это сеть, мы будем называть разделяющим множеством для пары вершин S и F. Множеством для пары SF такой набор ребер, что в графе G1, у которого множество вершин такое же, как у исходного, а из множества ребер удалено вот это самое разделяющее множество, нет путей из S в F. Итак, разделяющее множество – это такой набор ребер, что если его убрать, путей из S в F не останется. И понятно, что если S и F оказались в разных компонентах связанности, этого хватит. Но вообще-то это не всегда так. Вот я еще раз повторюсь, я специально заготовила для вас пример, на котором будет отлично видно, что иногда слабая связанность сохраняется, да, компоненты связанности не развалятся, но пути не будет. И именно поэтому вот здесь мне приходится делать оговорку, вводить термин разделяющее множество, хотя я еще раз повторю, довольно часто на многих примерах это разделяющее множество действительно оказывается разрезом. Ну и вот тут я хочу сказать прям нехорошие слова про интернет-источники и то, что в них написано по поводу, скажем, алгоритма Форда-Фолкерсона. Дело в том, что это традиционная забава. Перед тем, как начинать читать очередной курс, мы с коллегами так вот шерстим поисковички, вбивая ключевые слова и просматривая там первые, ну, 2, 3, 4, 5, сколько ни поленимся, страниц выдачи. И есть вещи, которые много где описаны неплохо. А есть вещи, с которыми прям беда. Вот алгоритм Форда-Фолкерсона, он относится к категории тех, с которыми, ну, не то чтобы катастрофа, но беда. Потому что мест, где она описана хорошо, ну, может быть, 3, может быть, 4. Я вот, к сожалению,
сейчас не могу достать свои записи с аналитикой соответствующих выдач, хотя они есть. В основном, вот здесь написано слово «разрез», ну и примеры, которые разбираются в большинстве источников, это примеры, подобранные так, чтобы получался разрез. Ну и вот мы с вами сейчас закончим разговаривать о потоке. В следующий раз, скорее всего, уже мы с вами решим задачу о клике, а потом переключимся на хроматические многочлены. И вот это тоже еще одно место, которое изложено, ну, давайте я скажу откровенно, на мой вкус оно изложено отвратительно. Хорошего, простого, понятного изложения того, что такое хроматические многочлены, как его, с ним работать, ну, практически нет. Есть одна очень хорошая книжка, прямо замечательная. Но она не для инженеров написана, она написана для математиков. И, как следствие, там практически нет конкретных алгоритмов, там есть очень серьезная, подробная, шикарная описанная теоретическая база. Ну, соответственно, вот в этом месте, да, кажущаяся простота теории графов порой выдает забавные побочные эффекты. Ладно, это я отвлеклась, а мне, собственно, нужно было просто вам объяснить, что такое разделяющее множество и почему мне приходится здесь писать не разрез, как довольно много где, а вводить вот специальный термин. Итак, теорема Форда-Фокерсона говорит нам, что величина максимального потока – это, собственно, сумма пропускных способностей, вернее, минимум из суммы пропускных способностей бутылочных горлышек, поубирав которые, мы перекроем все пути из S в F. Ну вот сейчас мы с вами опишем алгоритм, который позволяет определить для сети максимальный поток и заодно найти соответствующее разделяющее множество. Так, коллеги, для того, чтобы это делать, мне придется стереть с доски, ну, собственно, вообще все. Есть ли какие-нибудь вопросы? Самое классное, спасибо. София, спасибо. Мне очень радостно, что пока все более-менее понятно. Собственно, это одна из ключевых задач, которую мы с вами сейчас решаем. Итак, алгоритм Форда-Фокерсона. Максимального потока. Давайте все-таки я сначала опишу алгоритм, я объясню, чем вызваны мои такие колебания. Дело в том, что я, в принципе, очень люблю, выписывая алгоритм, показывать пример параллельно. К сожалению, для того, чтобы этот пример читался нормально, мне нужно, ну, так, примерно 2/3 доски. Поэтому сейчас я, наверное, нарисую какой-нибудь совсем маленький пример. Ну, все-таки, чтобы хоть как-то иллюстрировать алгоритм. А пример пообъемнее, он будет потом. Ну, давайте что-нибудь в том же духе, что я вот только что стерла. Алгоритм Форда-Фокерсона позволяет нам найти максимальный поток, величину максимального потока и минимальное с точки зрения пропускных способностей разделяющее множество из S между S и F. На момент начала работы алгоритма мы считаем, что поток через каждое ребро нулевой. На момент начала работы алгоритма мы с вами считаем, что функция поток инициализирована, и ее значение на всех ребрах нулевое. Как выглядит?
шаг алгоритма. Давайте рассмотрим какой-нибудь путь из S в F. Обратите внимание, коллеги, в алгоритме Форда Комплексона нет никаких ограничений на то, какой конкретно путь вы находите. Просто путь. В алгоритмах Эдмонса Карпа единицы, которые я упомянула, ограничения появляются. Ну, давайте вот на этом примере выберем какой-нибудь путь из S в F и будем с ним работать. Выберите, пожалуйста, какой-нибудь путь из S в F. Начинаю писать, думая о другом, я вот автоматически сбиваюсь на более мелкий шрифт. Приходится делать специальные усилия для того, чтобы не переключаться на буквы поменьше. Так, ага, самое классное предлагает тот же самый путь. Ну, хороший вариант. Итак, путь S, A, B, F. А дальше происходит в рамках шага алгоритма следующее. Во-первых, мы приписываем всем ребрам потока, господи, всем ребрам пути, прошу прощения, поток, совпадающий с минимальной из пропускных способностей на пути. Соответствующего пути поток, совпадающий с минимальной пропускной способностью ребра на пути. Вот на том пути, который мы сейчас выбрали. Какова минимальная пропускная способность ребра? Совершенно верно. У нас есть ребро BF, тощенькое. Соответственно, мы с вами не можем пустить по пути больше, чем пропускает через самое узкое место. Соответственно, вот это же значение потока соответствует потоку всего пути. А теперь, коллеги, посмотрите, вот теперь будет самое сложное. Вот у меня было ребро SA. У него была пропускная способность 3. Давайте я здесь нарисую. Значит, у меня есть ребро SA. У него была пропускная способность 3. Мы пустили через эту самую дорогу с пропускной способностью 3 один автомобиль. Сколько там может проехать еще? Значит, в СА пролезало 3, один мы пустили. Под сколько еще? Совершенно верно. Осталось место еще под 2. То есть теперь у нас с вами у ребра появляется новая пропускная способность, которая отличается от старой тем, что часть мощности уже занята. Посмотрите, вот я написала здесь, как изменяется вес, из него вычитается соответствующий поток. А на самом графе просто зачеркнула старые пропускные способности и дорисовала новые. А теперь, коллеги, смотрите, это еще не все. А теперь, коллеги, смотрите. Представьте себе, что мы с вами ехали и заехали не туда. Ну, неважно, в тупик или просто в очень плотное место. В принципе, очень бы хотелось иметь возможность откатиться назад, а потом пойти искать дальше. Собственно, это очень похоже на поиск в глубину. Помните, мы там тоже падаем, значит, по цепочке, пока это возможно. Если мы упираемся в тупик, то мы отступаем на шаг назад и смотрим, а нельзя ли вот дальше поехать.
Как реализуется вот это самое отступление на шаг назад? А реализуется оно вот как. Для ребра АВ мы с вами заводим дополнительное ребро БА, пропускная способность которого это вот тот самый поток, который был. Грубо говоря, если у нас одна машинка проехала туда, вот эта же самая одна может захотеть метнуться обратно. На той картинке, которая здесь в качестве примера, вот у нас обратные ребра, их три штуки, и все три веса один. Итак, коллеги, в рамках шага алгоритма происходит, ну, можно сказать, три действия. Первое действие мы с вами пускаем некоторый поток по пути. Второе действие у нас выписываются остаточные пропускные способности. Ну и третье, для тех ребер, по которым мы прошли, появляются ребра, парные к ним в обратную сторону, с мощностью вот той самой, которую мы вычли из пути туда. Заметьте, пожалуйста, что у нас появилось ребро с пропускной способностью 0. Такое ребро называется насыщенным. Ребро с текущей пропускной способностью 0 называется насыщенным ребром. Этот термин нам еще понадобится. Так, коллеги, я традиционно беру небольшую паузу. Скажите, пожалуйста, понятно ли, что происходит в рамках шага алгоритма Форда-Фулкерсона? Самое классное, спасибо. Софья, спасибо. Отлично. Ну, тогда осталось обсудить, во-первых, когда алгоритм завершает работу, а во-вторых, откуда взять то, что обещалось, величину максимального потока и разделяющее множество. Так, Виза, у вас есть вопросы? Значит, Максим, не совсем. Хотя получение насыщенного ребра – это часть того, что мы с вами хотим. Значит, еще раз. Наша глобальная задача – это получить величину максимального потока, то есть выяснить, сколько, продолжая аналогию автомобилей, одновременно могут с нормальной скоростью ехать вот по этой дорожной сети. Не по одной конкретной дороге, а по сети дорог в целом. С другой стороны, теорема Форда-Фулкерсона гарантирует нам, что вот это вот ограничение на максимальную величину потока совпадает с суммой пропускных способностей, ну вот некоторым специальным образом устроенных ребер, да, ребра, которые образуют разделяющее множество. Такие ребра, что если их повыкидывать, пути из СФ не будет. И вот эти ребра, наше будущее разделяющее множество, действительно будут получаться из насыщенных ребер. Туда не обязательно войдут все насыщенные ребра. Но то, что мы ищем, разделяющее множество, будет под множеством. Множество насыщенных ребер. Так, Максим, я ответила на ваш вопрос? Отлично. Так, Биза, скажите, пожалуйста, вы готовы попытаться сформулировать вопрос? Тут, как вы понимаете, традиционная история. На вопрос, который пока не сформулирован, мне очень тяжело ответить. Я могу попытаться рассказать полностью еще раз, но с хорошими шансами, если я не буду знать, какое место вам непонятно, я просто не смогу подобрать правильные слова. Да, возможность объяснять одно и то же разными способами – это то, что я обязана уметь делать, но мне нужно понимать, где тонкое место. Ну хорошо, хорошо, Бис, давайте попробуем так. Замечательно. Итак, когда же алгоритм становится? Алгоритм завершит работу, к
когда у нас с вами не останется путей из S. Ну хорошо, алгоритм работу завершил. А где бык-то Багира? В смысле, где то, что мы должны были найти? А вот где. Мощность максимального потока. Это сумма мощностей потоков, которые мы строили в процессе работы алгоритма. Начинаю писать мельче. Значит, вот та самая максимальная мощность потока, вернее, да, величина. Максимальная мощность потока – это вот сумма значений потоков, которые мы построили. Ну, действительно, если мы перебрали все возможные пути, все разумные пути, и по каждому пути пустили как можно больше, то в итоге мы запихнули как можно больше во всю сеть. А вот что насчет разделяющего множества? А разделяющее множество… Это будет подмножество, множество насыщенных ребер. Да, вот Максим очень разумно обратил внимание на то, что если мы с вами крутим алгоритм Форда-Фукерсона, то каждый шаг обеспечивает нам появление как минимум одного насыщенного ребра. Естественно, это неспроста. Ребро мощностью 0. Это ребро, по которому проехать уже нельзя. Его пропускная способность полностью исчерпана. Соответственно, вот из этих ребер нужно будет выбрать минимальное с точки зрения суммы пропускных способностей подмножество, которое является разделяющим множеством. Понятно, что просто минимальное подмножество – это просто самое легкое исходное ребро. Вот, но нам с вами нужно перекрыть возможность перемещаться из S в F. Итак, искомое разделяющее множество – это будет подмножество построенного множества насыщенных ребер, которое, во-первых, является разделяющим, ну, а во-вторых, среди разделяющих имеет минимальную мощность. Так, коллеги, давайте попробуем добить вот этот пример, прежде чем мы начнем его добивать, есть ли вот какие-то вопросы по формулировкам? Да, здесь пункт с разделяющим множеством, он не очень простой для понимания, с разрезом было бы гораздо проще, но, к сожалению, разделяющее множество, как мы уже говорили, не всегда разрез. Условия останова по тому, каким будет итоговый максимальный поток, а вернее мощность максимального потока, ну и где искать то самое разделяющее множество, которое разрез. Или не разрез, как мы видим. Разделяющее множество всегда, разрез не всегда. Значит, коллеги, пока вы... А вот это очень хороший вопрос, Софья. А обратные пути, обратные ребра мы с вами строим для того же, для чего они есть в поиске глубину.
когда мы выбираем путь произвольно, мы же совершенно не уверены, что это будет подходящий путь, минимальный путь. Соответственно, каждые последующие пути мы будем строить, используя не только ребра исходного графа, ну и вот эти самые обратные ребра тоже. Использование обратного ребра как раз означает, что вы решили, что вот предыдущий шаг, он был какой-то неудачный. А давайте-ка я попробую откатить этот шаг назад и пойти как-нибудь иначе, как будто его не было. Обратные ребра нужны ровно для этого, чтобы, если что, мы могли откатить внесенные изменения. Ну, собственно, давайте сейчас, ну вот, да, после того, как вы зададите вопросы по формулировкам, мы с вами так и сделаем. Мы с вами попробуем построить путь, использующий обратные ребра. Угу, спасибо, Софья. Ну, еще раз, да, повторюсь, что здесь дело даже не в том, что это прямо сложно. Дело в том, что здесь очень высокая концентрация смыслов. Ага, Лиза, отлично просто. Значит, и с этой высокой концентрацией смыслов, ну вот, себе нужно дать время ее разложить в голове по нужным полочкам. Хорошо, хорошо, коллеги. Значит, ну, давайте выберем еще какой-нибудь путь. Раз уж мы с вами заговорили об обратных ребрах, я предлагаю, если нет возражений, такой путь. С, ну, скажем, Б, А, Ф. Ну, почему бы и нет? Давайте путь С, Б, А, Ф. Хорошо? Вот такой, значит, путь. Он проходит по обратному ребру БА. Какой поток мы можем по нему пустить? Неправда. Софья, посмотрите, пожалуйста, повнимательней. Ребро СБ имеет пропуск. Вот, самое классное, вы правы. Софья, посмотрите, пожалуйста, да, ребро БА. Может быть, плохо видно то, что синим написано? Ну, на моей картинке вроде бы видно неплохо. Коллеги, скажите, пожалуйста, вот эта вот часть, которая написана синим цветным маркером, она достаточно хорошо читается? Ага, спасибо, спасибо. Значит, Софья, тогда посмотрите, да, вот у этого ребра БА, у него пропускная способность 1. Поэтому запихнуть в эту последовательность больше, чем 1, мы не сумеем. Ага, очень хорошо. Отлов ошибок в процессе – это прекрасный способ. Соответственно, что произойдет? Пускаем, значит, поток мощности 1. Больше все равно не влезет. Меняем пропускные способности. Значит, здесь было 2. Один мы использовали, один остался, и появляется обратное ребро, вот оно, с весом 1. А ребро БА имело вес 1, оно теперь насыщенное. Соответственно, это означает, что сюда возвращается четверка, нетривиально. Ну и, наконец, АФ. Там было 8, 1 мы израсходовали, 7 осталось. И появляется так, синим, появляется обратное направленное ребро веса 1. Ну, да, картинка загромоздилась. Ну, ничего страшного. Давайте выбирать следующий путь. Посмотрите, пожалуйста. Из С в Б нам идти смысла больше нет, потому что из Б в F мы уйти не можем, здесь насыщенное ребро. Из Б в А мы уйти тоже не можем, здесь насыщенное ребро. Мы, конечно, можем вернуться из Б обратно в С, но тогда можно считать, что мы оттуда и не выходили. Поэтому из С придется пойти в А. Ну, мы можем, конечно, пойти из А в Б, но дальше пойти в F мы не можем, здесь насыщенное ребро, а если вернуться в S, опять-таки можно считать, что мы не выходили. Поэтому единственный осмысленный оставшийся путь
Это путь SAF. Да, Бинзи, совершенно верно. Совершенно верно. Место опять заканчивается. SAF. Какой мощности поток мы можем пустить по этому пути? Да, у нас с вами менялись пропускные способности. Иногда их даже называют остаточными пропускными способностями, имею в виду, что это то, что осталось от пропускной способности после предыдущих шагов. Да, Максим, Лиза и Софья хором, действительно, здесь мощность 2, здесь 7, так что двойку вполне можем себе позволить. Что происходит с мощностями? Да, самое классное, тоже согласна. Значит, здесь остался 0, соответственно, на этом обратном ребре теперь было бы написано, ну, собственно, я и напишу 3. Здесь было 7, 2 мы израсходовали. Так, плохо пишу, давайте здесь. Осталось 5. Ну и двойка, которую мы забрали отсюда, должна вернуться сюда. Вот здесь теперь тоже 3. Замечательно. А теперь, коллеги, посмотрите, пожалуйста. Я утверждаю, что больше путей из S в F нет. Давайте убедимся, что это действительно так. Выйти из S в A мы не можем, потому что ребро SA насыщенное. Мы можем выйти из S в B. Но из B мы можем только вернуться в S. И ребро BA, и ребро BF насыщены. Так что пути из S в F больше действительно нет. Вот мы пришли в ситуацию останова работы алгоритмом Форда-Фелкерсона. Мы исчерпали пути из S в F. Ну, давайте сначала посмотрим на максимальный поток. Здесь все легко. Двойка или единичка, соответственно, величина максимального потока оказалась равна 4. Осталось определить, где же наше разделяющее множество. Ну, давайте сначала составим список насыщенных ребер. Это ребро SA. Это ребро BF. А, и, собственно, все. Понятно, что среди ребер, направленных в обратную сторону, среди синих ребер тоже есть насыщенные, но они нас сейчас не очень интересуют. Я еще раз напомню, что это был такой вспомогательный инструмент, помогающий в случае чего откатить назад неудачно сделанный шаг. Выбирать разделяющее множество мы будем именно из ребер исходного графа. Да, Биза, вы правы. Ребро BA тоже насыщенное, но это было обратно ориентированное ребро, то, которое мы с вами достроили в процессе. Ну вот, да, тогда без BA совершенно верно. Ну, соответственно, это означает, что наше разделяющее множество это либо SA, либо BF, либо оба ребра. Ну, давайте посмотрим. Если я уберу только ребро BF, то у нас с вами останется путь SAF. Не подойдет. Если я уберу только ребро SA, то у меня останется SBF. Не подойдет. Значит, одним из двух ребер я не обойдусь. Ну что ж, это означает, что мой разрез, мое разделяющее множество, прошу прощения, коллеги, наше с вами разделяющее множество, состоит из двух ребер. Оба они вошли, это и есть наше искомое разделяющее множество. Обратите внимание, пожалуйста, что пропускная способность SA была равна 3, пропускная способность BF была равна 1, соответственно, сумма их пропускных способностей совпадает с мощностью максимального потока. Это то, что, собственно, и обещал алгоритм Форда-Фелкерсона, теорема Форда-Фелкерсона. А сейчас, коллеги,
Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Давайте я сейчас перерисую этот граф, выкинув из него наше разделяющее множество. Значит, получится S, B, A, F. Получится вот такая конструкция. Правда, коллеги? Ну и посмотрите, пожалуйста. За версту видно, что это, конечно, разделяющее множество. Но это не разрез. Наш граф не распался на компоненты связанности. Но путей все равно нет. Вот это то, ради чего я каждый раз говорю словосочетание «разделяющее множество», хотя как легко и приятно было бы сказать короткое слово «разрез». Ну, вот такая история. Коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы по поводу того, что у нас произошло? Да, еще раз повторюсь, разделяющее множество довольно часто бывает разрезом, но не всегда. Да? И вот пример, который мы с вами сейчас нарисовали, он, ну, согласитесь, довольно компактный, жалкие 4 вершины у графа. Так, супер, супер. Хорошо, коллеги, в таком случае у меня предложение. Я сейчас нарисую еще один граф. Мы с вами постараемся не очень медленно решить задачу о максимальном потоке на этом графе. Ну, а после этого, да, Софья, я полностью с вами согласна, это действительно нужно обдумать. Ну, а после этого я вас с чистой совестью отпущу отдыхать. Могу я стирать с доски все то, что мы с вами тут сейчас натворили? Софья, Максим, спасибо. Я сейчас хочу нарисовать для вас большую картинку, чтобы она точно была видна и меня не мучила в случае чего совесть. Это набор ребер. Сейчас я расставлю на них значение пропускных способностей. Коллеги, как всегда, проверьте, пожалуйста, что я не забыла ни на одном ребре проставить ориентацию и вес. При формулировке таких задач есть традиционные ошибки, и это, ну, там, типа, забыть проставить вес или забыть проставить ориентацию. Значит, убедитесь, пожалуйста, что везде указано и направление, и пропускная способность. Если все так, то, пожалуйста, попробуйте построить разделяющее множество и определить величину максимального потока.
величину максимального потока. Так, Дёте Делфин говорит, что максимальный поток имеет величину 8. Это правильно? Определите, ну вернее, назовите, пожалуйста. Да, вот набор согласных тоже согласен. Значит, ну осталось предъявить разделяющее множество. Что будешь делать? Потеряла тире. Вот так. Значит, величина максимального потока действительно 8. Осталось предъявить разделяющее множество. Значит, пожалуйста, предъявите. Ну, за это время те, кто не успел уложиться в тот небольшой промежуток времени, которого хватило вам, может попробовать догнать. Значит, да, на всякий случай важная оговорка. Величина максимального потока – это половина ответа. Да? Вторая половина – это как раз разделяющее множество. Вторая половина ответа – это как раз разделяющее множество. Нет, мистер Енотман, вы не правы. 4 – это не величина максимального потока. Величина максимального потока равна 8. Значит, кроме того, как мы уже только что упоминали, величина максимального потока – это только половина ответа. Вторая половина состоит в том, чтобы предъявить разделяющее множество. Ну вот, собственно, сейчас все работают над тем, чтобы, да, разделяющее множество, чтобы предъявить это самое разделяющее множество. Но у вас пока что разделяющее множество обсуждать рано, потому что у вас величина максимального потока определена неверно. Поищите, пожалуйста, ошибку в своем решении. Понятно, что обсуждать разделяющее множество имеет смысл только после того, как алгоритм Форда-Фолкерсона отработал без ошибок. Так, ага, Софья предлагает следующий набор. SA, вот это ребро. SB, вот это ребро. И EF, вот это ребро. Значит, давайте убедимся, ну, вернее, проверим, является ли это множество разделяющим. Значит, необходимое условие выполнено. Сумма пропускных способностей на этих ребрах действительно 8. Это не обязательно означает, что перед нами действительно разделяющее множество, но если бы сумма не сходилась, это сразу был бы признак того, что что-то не так. Теперь давайте смотреть. Значит, названные ребра – это ребра, которые мы выбрасываем из нашего графа. Ну что ж, это означает, что из вершины S мы можем пойти только в C. Ну, с C все легко, из C можно пойти только в E. И мы с вами уперлись в тупик. Ребро EF удалено, а больше из G пойти некуда. А теперь, коллеги, важное соображение. Да? Почему мы с вами не проверяем подмножество? SASB, там SAEF, SBEF, как раз вот поэтому. Если то, что мы нашли, является разделяющим множеством, и его мощность подходящая, значит, это то, что надо. Так что, да, Софья, вы совершенно правы. То, что вы написали, это разделяющее множество. Так, мистер Енотмен, у вас приблудилось лишнее ребро БД, и я даже могу объяснить, почему.
Если вы слушали на предыдущем этапе достаточно внимательно, то вы слышали, что разделяющее множество – это подмножество, множество насыщенных ребер. Не обязательно они все. То, что вы перечислили, вот эти четыре ребра, это как раз те ребра, те четыре, которые оказались насыщенными в результате работы алгоритма Форда-Фолкерсона. Да, эти четыре ребра действительно образуют множество насыщенных ребер. Но в разрез они входят не обязательно все. Вот на этом примере как раз из четырех ребер достаточно было выбрать три. Кстати, что любопытно, вообще-то можно было выбрать другой набор. Можно было выбрать ребра SA, BD вместо SB и EF. И вот эти три ребра тоже образовали бы разделяющее множество той же мощности. О, отлично, отлично, не нотбук, просто замечательно. Итак, коллеги, мы с вами разобрали один пример вместе маленький, другой пример гораздо более объемный, мы поразбирали сами, ну и судя по откликам в чате, достаточно успешно. Коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы? Может быть, кто-то не справился и хотел бы попросить меня все-таки разобрать этот пример на доске. Так тоже можно сделать, если нужно. Значит, соответственно, есть ли вопросы, нужно ли что-то пояснить, развернуть, прокомментировать, можно попросить меня все-таки разобрать на доске этот пример, если кому-то совсем непонятно. Ну, а если понятно, то тоже об этом напишите, я буду рада. Да, Максим, пожалуйста, конечно, без проблем. Значит, коллеги, давайте тогда сделаем так. Значит, я сейчас, собственно, разберу вот этот пример для тех, кому это нужно. Значит, те, кто уже все понял, вы, в принципе, можете идти отдыхать, потому что больше я сегодня ничего нового рассказывать не буду. Ну, если вы останетесь, я, конечно, тоже не буду возражать. Мне в любом случае очень радостно, что вы поняли, что произошло. Значит, соответственно, давайте для тех, кого я собираюсь отпускать, я скажу вам всего доброго, вы очень меня порадовали. Ну, а для всех остальных, которые меня тоже порадовали, но немножко по-другому, наличием вопросов, я сейчас буду рассказывать. Так, значит, на мой согласны, формально, маркеры падают, формально я назначала срок третьей недели ноября. Это означает 22 ноября, воскресенье. Учитывая, что вы единственная группа, которая писала контрольную во время своей пары, а там не в субботу, это означает, что вы сейчас примерно на пару отстаете от остальных. Поэтому, скорее всего, для вас мне придется перенести и срок на неделю позже. Соответственно, для вас не 22-е, а 29-е. Значит, по поводу папки для скидывания, я честно не помню. Я сегодня, когда вот, ну, да, давайте считать, что я сегодня вечером это сделаю, потому что сейчас у меня непрерывный поток пар. На сегодня вечером я открою доступ к папкам. В этом смысле у меня просьба. Максим, скорее всего, просьба к вам. Не могли бы вы написать мне в личном кабинете напоминалку, чтобы я открыла доступ к папкам, куда можно сдавать ЭДЗ? Я постараюсь не забыть, но на случай, если меня одолеет девичья память, пожалуйста, напомните мне об этом. Это будет, ну, для меня, по крайней мере, будет удобно. Угу, спасибо. Так, ну что ж, коллеги, давайте разбирать, значит, вот этот пример. Давайте разбирать пример. Сейчас я уберу все лишние отметки. Ну, вернее, не лишние, а отметки, которые были проставлены, чтобы проверить полученные ответы. Все в порядке? Да, у тебя еще одна пара, да? Да, у меня еще одна пара, но вот сейчас я закончу с этой парой, потом у меня будет микроперерывчик. Так, коллеги, буквально 10 секунд.
с вами заготавливаем место для записи промежуточных результатов. Это, значит, будет такая табличка, в которой мы будем выписывать построенные пути и соответствующие им потоки. Ну что, выбирайте, пожалуйста, какой-нибудь путь из S в F. Какой вам нравится? Да, я так хорошо, видите, проставила отметки. Так, S, A, B, D, F. S, A, B, D, F. А, так, коллеги, прошу прощения, тут было два предложения разные. S, B, D, F и S, A, B, D, F. Так, ну, формально S, B, D, F первый, S, B, D, F был раньше. А я S, A, B, D, F уже выписала. Так, самое классное, вы не возражаете, если я начну вот с этого пути, просто потому что он уже написан, да. Лень в этом месте призывает экономии. Хорошо. Итак, S, A, B, D, F. Скажите, пожалуйста, коллеги, какой величины поток мы можем пустить по этому пути? Какое у нас самое легкое ребро на этом пути? Да, Дотти Белфин, вы совершенно правы. У нас есть ребро BD с весом 2. И это минимум на пути. Да, Максим, и самое классное, вы все совершенно правы. Ну что ж, начинаем прорабатывать алгоритм. Здесь было 3. 2 мы использовали. Значит, осталось 1. И появляется обратное ребро с весом 2. А, Б. Здесь было 3. 2 мы использовали. 1 остался. И появляется обратное ребро с весом 2. А, ребро БД. Здесь было 2. 2 мы использовали. Это ребро теперь насыщенное. Ну и в обратную сторону появляется ребро с весом 2. И, наконец, ребро DF имело пропускную способность 7. 2 мы использовали, 5 осталось. И обратно идет ребро с весом 2. Так, коллеги, сейчас, секунду, мне, похоже, пора менять зеленый маркер. Где мой зеленый маркер? Маленький. Вот. Так. Да, конечно, D1NK1, конечно. Во-первых, записи 2 недели хранятся здесь на Твиче, я их не удаляю. А во-вторых, собственно, как всегда, я перезаливаю записи своих занятий на свой YouTube-канал, и там они хранятся вроде бы неограниченно. Поэтому, да, конечно, без проблем сможете найти. Так, коллеги, значит, скажите, пожалуйста, вот понятно ли, как отработал первый шаг? D1NK1, пожалуйста. Кстати, сегодня у меня будет еще одно занятие, собственно, в 11, там типа 35, в 11.40 оно начнется. Но, правда, там мы будем разбирать следующую тему. Как раз вот, ага, Максим, спасибо. Замечательно. Выбираем следующий путь из СВФ. Выбирайте что-нибудь. И не забудьте, что теперь вы можете использовать обратные ребра тоже. СБЕФ предлагает Максим. Да, есть такой путь. СБЕФ. Так. Скажите, пожалуйста, какой мощности поток мы можем по нему... А, да, вот тут было целых 3 разных предложения. Ну, я, да, выписала первое хронологически. На самом деле это не очень принципиально. Да, совершенно верно. На пути S, B, E, F самое легкое ребро – это SB с весом 2. Это означает, что… Ой, как я плохо написала, коллеги, как криво. Давайте я немножко это поправлю, потому что такие вот пляшущие строчки всегда очень тяжело воспринимать. Вот так вот будет лучше. Значит, да, вес 2. Ну, давайте посмотрим на динамику остаточных сетей. Здесь был вес 2. 2 мы использовали,
Ноль остался, ребро теперь насыщенное. И появляется контрребро с весом 2. БЕ весило 6. 2 мы использовали, 4 осталось. Ну, и появляется обратное ребро, чтобы в случае чего мы могли на эти 2 отступить. И, наконец, ребро ЕФ весило 3. 2 мы использовали, 1 остался. И появилось обратное ребро с весом 2. Вот отработал второй шаг. Так, понятно ли, что произошло? Все ли константы выглядят как нужно? Да, понятно, что в этом месте иногда выскакивают совершенно внезапные арифметические ошибки, типа 1 плюс 3 равно 26. Вот, но вроде бы на сей раз такой проблемы нет. Угу, Максим, прекрасно. Тогда давайте выбирать следующий путь. Смысле. Если ребро насыщенное, это означает, что мы уже выбрали пропускную способность. Да? Если в туннель влезает максимум 3 машины, и их там уже 3, то четвертая просто не влезет. Поэтому по насыщенному ребру мы пройти не можем. Нам негде. Но мы можем использовать обратные ребра. Вот это очень важно помнить. Ага. Так, коллеги, S, A, D, F. Сколько мы можем туда запихнуть? Какой мощности поток туда влезает? Какое самое легкое? Да, совершенно верно, Максим. Ребро СА, вот у него остаточная мощность единичка, соответственно, больше не влезет. Смотрим на динамику. Здесь была единичка, 1 мы использовали, остался 0. Ну, соответственно, та единичка, которую мы вычли отсюда, прибавляется сюда, здесь теперь 3. АД было 9, мы использовали 1, осталось 8, ну и обратное ребро, по которому эту единичку можно, если что, откатить. И ребро ДФ, было оно с пропускной способностью 5, мы использовали 1, осталось 4, ну и, соответственно, в обратную сторону мы теперь пускаем не 2, а 3. Так, коллеги, тоже посмотрите, пожалуйста, на динамику по весам. Все ли в порядке, все ли корректно. И после этого будем двигаться дальше. Какой еще путь можно выбрать в имеющейся сети? А, Максим, спасибо. S, C, E, F. Да, самое классное, совершенно правильно, есть такой путь. S, C, E, F. Вот он. Сколько в него можно влить? А, ну да, поступило сразу 2 разных предложения. Я почти традиционно отреагировала на первое. Еще раз повторюсь, алгоритм Форда-Фулкерсона позволяет выбирать любой путь. Вот тут нет никаких ограничений. В отличие от тех модификаций, про которые я говорила, да, Эдмонд Скарп единиц, там вот не любой путь можно выбирать. Так, да, единичка. Вы совершенно правы. У ребра EF текущая пропускная способность единица, поэтому больше не запихнешь. Смотрим на динамику. На SC было 6. Единицу использовали, 5 осталось, соответственно, появляется обратное ребро с весом единичка. Значит, CE было 5, 1 использовали, осталось 4, и единичку пускаем обратно. И, наконец, здесь единичка была, мы ее использовали, ребро EF стало насыщенным, ну, а единичка, которую мы использовали, перетекла в обратный поток.
Опять прошу вас проверить, все ли правильно я расписала, вычислила. И смотрим, а нет ли еще путей? А нет ли еще путей? Значит, во-первых, да, все ли правильно посчитано, не ошиблась ли я где-нибудь с расстановками весов. А потом смотрим, есть ли еще пути. Потому что если есть, продолжаем крутить Хорда-Фалкерсона. Ну, а если нет, значит, мы все построили. Есть. S, C, E. Так, я думаю, Максим... А, да, вижу, вы сами уже исправились. S, C, E, B, A, D, F. Совершенно верно. Совершенно верно. S, C, E, B, A, D, F. Обратите, пожалуйста, внимание, коллеги. Если на предыдущем примере, на коротком, я, в общем, путь с обратными ребрами более-менее искусственно вставила, да, то есть на тот момент без него можно было обойтись. Вот здесь очень хорошо видно, что путей без использования обратных ребер у нас не осталось. Итак, замечательно. Сколько можно запихнуть автомобилей в наш путь SCE BADF? Сколько туда влезет? Ой, Максим, обманываете вы нас. Давайте разбираться. Ребро СС весит 5. Ребро СЕ весит 4. Ребро ЕБ весит... А, вы уже исправили. Да, ну, видимо, это за счет того, что у меня немножко слишком плотная картинка. Может быть, вам показалось, что какой-то из весов съехал. Совершенно верно. Поэтому пути можно пустить двоечку. Давайте смотреть, как это повлияет на расклад по весам в остаточной сети. Было 5, 2 мы использовали, 3 осталось. Соответственно, эта двойка переползла сюда, 1 плюс 2, 3. CE. Было 4, 2 мы использовали, 2 осталось, ну и тройка сюда переползла. Ребро EB. Весило оно 2, 2 мы использовали. Соответственно, оно теперь насыщенное, ну, а двойка переползла обратно сюда. Теперь здесь снова 6. Ребро БА отработает ровно так же. Здесь было 2, 2 мы использовали, 0 остался, а здесь двойка использованная вернулась сюда. Ребро АД имело остаточную пропускную способность 8, 2 мы использовали, 6 осталось, и обратно теперь течет 3. И, наконец, последнее ребро, ребро DF. Здесь было 4, 2 мы использовали, 2 осталось. В обратном направлении теперь течет не 3, а 5. Ага. Ну, Максим, ничего страшного, да? Я еще раз повторюсь, что при всех моих попытках нарисовать картинку как можно крупнее, чтобы она была как можно разборчивее, я все равно ограничена размерами доски. Ну вот... Мы с вами все-таки очень удачно занимаемся утром. Это позволяет пользоваться цветными маркерами. Когда при искусственном освещении в темноте, каким маркером не пиши, все серое, вот это очень тяжело. Хорошо. Итак, коллеги, есть ли еще пути в нашем графе? Так, значит, D1, MK1. Значит, ответ на ваш вопрос такой. В курсе моих студентов этого алгоритма нет. Соответственно, в общем курсе я об этом рассказывать не буду. Если будут желающие про это послушать, я могу просто провести отдельный эфир, на котором про это расскажу. Но вот такие отдельные эфиры, встречи типа консультация, я назначаю как бы по желанию трудящихся. Так что, если трудящиеся пожелают, вы можете мне написать в личные сообщения, я тогда сделаю анонс и всем желающим расскажу. Так что в этом смысле вот так, такая ситуация. Угу. Так, Максим, да, вы совершенно правы. Значит, коллеги, все, кто следит за решением задачи, все понимают, почему в этом графе больше нет путей? Или это нужно пояснить? Yeah.
капитан, капитан Профит. Нет, он, значит, смотрите, прежде всего с термином, связанный для орграфа, нужно быть прямо осторожным. Вы явно имеете в виду слабо связанный. Нет, он остался слабо связан. Это вот тот самый нюанс, который мы обсуждали. Да? Нам же с вами не обязательно, чтобы граф потерял слабую связанность. Нам надо, чтобы путей из СВ не осталось. То, что гарантируется теоремой Форда-Фолкерсона, это не обязательно разрез в смысле слабой связанности. Это именно разделяющее множество. Да? Может быть, вы немножко задержались, там чуть позже подключились и не слышали, как я говорила об этом. А это важно. Формулировки этой теоремы довольно часто говорят про разрез вместо разделяющего множества. И это связано с тем, что разделяющее множество часто оказывается разрезом. Но не всегда. Собственно, то, что мы разбирали вместе с алгоритмом, это был первый пример, но это как раз второй. Так, самое классное, спасибо. Да, если разделяющее множество оказывается разрезом, тогда по определению разреза у нас граф теряет слабую связанность. Так, замечательно. Ну что ж, коллеги, в таком случае путей, да, действительно больше нет. Во-первых, мы в состоянии посчитать величину максимального потока. Величина максимального потока – это сумма величин потоков, построенных в процессе работы алгоритма Форда-Фолкерсона. Она равна 8. Это несложно. Теперь нам нужно выделить разделяющее множество. Давайте сначала составим список насыщенных ребер. Так. Давайте составим список насыщенных ребер. Перечислите, пожалуйста, коллеги, какие из ребер исходного графа насыщены? Какие из ребер исходного графа насыщены? Так, Максим говорит, ой, во-первых, вы два раза набрали SA, это явная опечатка. Значит, SA, SB, EF. Есть еще одно? Посмотрите, пожалуйста. Еще ребро BD. Посмотрите, пожалуйста, ребята, да, вот те, кто не обратил внимания. Ребро BD тоже насыщенное. Соответственно, всего на нашем графе насыщенных ребер 4 штуки. Наша задача сконструировать из них минимальное с точки зрения суммы пропускных способностей разделяющее множество. Сейчас мы будем его составлять. Посмотрите, ребро EF я обязана включить в разделяющее множество. Если я этого не сделаю, то путь S, C, E, F обязательно останется, потому что на этом пути всего одно насыщенное ребро EF. Поэтому ребро EF в наше разделяющее множество обязательно войдет. То же самое произойдет с ребром SA. Если ребро SA в разделяющее множество не включить, то путь S, A, D, F обязательно останется на этом пути всего одно насыщенное ребро. Стало быть, ребра SA и EF в разрез войдут обязательно. Ограничиться двумя этими ребрами нельзя. В том, что осталось, еще есть пути. Ну, например, SBDF. Давайте выкинем из двух оставшихся ребер SB и BD одно любое. Какое? Какое вы предпочитаете выкинуть? СБ или БД? Значит, осталось два ребра. Какое вы? Так, вот Виза предлагает БД. Давайте попробуем выкинуть БД и посмотреть, получится ли нет. В смысле, получится ли разделяющее множество. Итак, вот мы выкинули БД. Теперь из S можно пойти только в C, из C только в E, а из E пойти больше некуда. Отсюда вернуться нельзя, потому что это ребро насыщенное, и отсюда выйти нельзя, это ребро насыщенное. Значит,
СБ, то что получится, вот этот набор из трех ребер, разделяющее множество. Ну, если сложить суммы, их пропускные способности, исходное, у СА оно было тройкой, у СБ двойкой, а у ЕФ тоже тройкой, вот получается в сумме 8. То, что надо. Вот. Ну и в этом месте, ой, прошу прощения, да, извините, Максим, это непреднамеренное убийство. Давайте изменим соответствующую конструкцию, да. Прошу прощения, коллеги, это я случайно совершенно, причем даже не могу рассказать почему, почему-то. Так, значит, здесь была двойка, потом она мутировала в ноль. Значит, БД, да, вот оно, БД выбрасываем. Ну что, из С можно пойти в Б, из Б можно пойти только в Е. Ну, то есть можно вернуться обратно, но это не информативно, можно пойти в Е, после чего из Е пойти некуда, это ребро насыщенное, это тоже. Возвращение назад ничего не даст. Ну, либо можно пойти из С в С, дальше та же самая история, которую мы уже обсуждали. Из С обязательно в Е. Сюда пойти нельзя, ребро насыщенное. Сюда пойти нельзя, ребро тоже насыщенное. Так что СА, ЕФ и БД разрез. И что особенно приятно, БД тоже имеет пропускную способность 2, так что сумма все равно равна 8. Кстати, благодаря вот этому дефекту мы еще раз увидели очень важную вещь. Разделяющее множество, даже минимальное, вообще-то не единственное. Вот его мощность определена однозначно. Она совпадает с величиной максимального потока. А самих примеров может быть больше одного. Вот здесь, например, этих разделяющих множеств 2. Так, уважаемые коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы? Так, Captain Profit, стесняюсь спросить, что именно будет скажем. Если вы имеете в виду, что каждый поймет алгоритм Форда-Фулкерсона, то да, действительно поймет, а куда же вы денетесь из моих нежных ручек. Ну а если вы имеете в виду что-нибудь более ужасное, то, может быть, лучше вам об этом нам не рассказывать, а то мы еще расстроимся. Так, ну, Биза, да, собственно, Максим обратил внимание на то, что я ошиблась с ребром. Коллеги, да, это тот случай, когда я ошиблась не специально, чтобы вам показать, а совершенно случайно, действительно, просто не то ребро вычеркнула. Но это оказалось как раз удачно, потому что мы с вами заострили внимание на том, что разделяющих множеств больше одного. Так, да, Максим, спасибо большое. Ну, хорошо, хорошо. Значит, дорогие коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? У меня, честно говоря, уже должна скоро, ну, собственно, да, 5 минут назад должна начинаться следующая пара, поэтому есть ли у вас еще что у меня спросить? Да, Биза, ничего страшного. Так, все. Хорошо, коллеги, в таком случае картиночка, с которой я с вами прощаюсь. Надо сказать, что сегодня вы меня очень порадовали. Действительно, очень прямо. Ну, поэтому картинка будет вот такая. Всем большое спасибо, всего доброго. Значит, 83-я группа, если вы уже здесь присутствуете, то я сейчас перезапущу трансляцию, чтобы заливать 73-ю и 83-ю группу отдельно. Всего доброго, до встречи, ну, с некоторыми прямо сейчас.